На дворе февраль, а в кабинете директора совхоза Верхнемулинский Геннадия Николаевича Нифонтова разговор идет уже о весне. Совхоз этот – пригородное хозяйство Перми, самое крупное в области по производству молока и овощей. Снабжать миллионный город – задача не из легких, но сельчане справляются с ней в полной мере. Средний урожай на зерновых совхозе – почти 40 центнеров с гектара. На дое молока – выше 4000 килограммов от каждой коровы. За всю десятую пятилетку коллектив совхоза не уступил лидерство в социалистическом соревновании. 17 лет руководит хозяйством герой социалистического труда, кандидат технических наук Геннадий Николаевич Нифонтов. Вместе с односельчанами и молочный комплекс строил, и тепличный городок поднимал. На областной партийной конференции коммунисты единодушно избрали Геннадия Николаевича Нифонтова делегатом 26-го съезда партии.